Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. Ну что ж, поехали. Начнем, пожалуй, с того, что нам принес Беззубик. Древесину и рыбу. Слушай, ну неплохо. Так, и сейчас мне нужно кое-что глянуть. У меня, по-моему, оставался последний дракончик, который должен был прокачаться до 100 уровня. Так, Буйволорд, иди качайся. И это, по-моему... Да, Громобой Защитник, подожди-ка. Нет, тогда я обманул. Еще кто-то должен прокачаться. Ага, вот кто. Крылатый Ужас. Так, ну-ка давай-ка. Чего там не хватает? А, не хватает нам рыбы. Так, понял. Значит, собираем с тобой рыбу как можно быстрее. И как можно больше. Так, отправляем. Весночес. Давай мы его вернем и опять отправим за рыбой. Здесь у нас что происходит? Ага, 40 и 27 миллионов. Тоже их отправляем за рыбой. Итого 184, но этого маловато будет. Этого будет маловато нам. Так, где у нас он? Вот он. Ну-ка. Так, так. И еще нужно где-то около 150 тысяч рыбы. Твою налево. Ну где вот я столько возьму, а? Так, этого мы с тобой отправляем, опять же, за железом. Так, водорез. Ты за древесиной, срочно. Так, этого пока мы трогать не будем, пускай стоит. А древоруб тоже пускай стоит. Так же, как и костолом. Так, сарделька, мы тебя, наверное, отправим в приключение. Давай, например... Нет, вот это вот обычное возьмем. Пускай летит. Так, Барсик, что ты нам принесешь? Угу. То есть, либо руны, либо шестеренка. Сейчас, наверное, шестеренку нам дадут. Нет, руну. Смотри-ка. 12 штук. Давай-ка мы, наверное, Барсика с тобой отправим дальше в приключение. Пускай летит. Так, Кривоклык. Ты что нам принесешь? Приносит нам загадочный пак. Ну что ж, продолжаем поиски. Соберите камни. Лети. И Громгильда. Громгильда нам приносит 150 рун. Неплохо. Давай-ка быстро. Шемин там лети. Так, Беззубика мы с тобой отправим. Здесь у нас на обмен есть кое-что. Поэтому забираем. Так, теперь нам нужно сделать что? Отправить хороших... драконов, которые очень много ресурсов добывает, естественно, дальше за добычей. Например, модификрылка. Так, что ты нам тут добудешь? Отлично. Уже хорошо, вот это мне нравится. Продолжайте идти. Так, тут получает уровень. Чешуйка плюс тусклый янтарь. Не удивляемся. Так, здесь что у нас? Листочек и тоже тусклый янтарь. Отправляем. Так, теперь, наверное, нам нужно... Подожди секунду. Так, рыба есть. Все хижины заняты. Ты представляешь, уже все хижины заняты. Хотя специально ребята не отправлял никого, чтобы они могли здесь спокойненько подобывать нам. Ну что, сундучок посмотрим. А, там же 30 нужно. Не хватает. Ладно, давай тогда в любом случае с тобой откроем паки. Посмотрим, что в них лежит. Так, монетки Одина 6 штук. Крылатый Ужас, шторморез, водорез. Ну и маленько ресурсов. Также у нас есть еще рекламный. 6 монет Одина. Ну и костолом, шторморез, кривоклык. Это уже радует. Когда выпадает мне кто-то из легендарных, ребята, это всегда приятно. Так, вы точно хотите... Отказаться, да. Отказаться. Так, у нас тут с тобой обычный пак, наверное, уже созрел. Откроем. Шторморез, шепот смерти и все. Последний открываем. Так, друзья, у нас сегодня доступно событие. Доступно событие, это именно выживание, и будет оно действовать один день, 20 часов. Я думаю, что за сегодня нам, в принципе, его реально пройти, если повезет. А вот повезет нам или нет... Это уже тяжело сказать. Потому что у меня очень мало, ребята, вот этих вот груш
и прилив сил. А без них, как ты понимаешь, очень будет сложно здесь выиграть. Вот, одна груша и три прилива сил. Кто у нас тут? Синька. Ну что ж, поехали. Синька так синька, начнем. Ай-яй-яй, я думал, что сможем его бомбануть. Ну, понятное дело, что пока они маленькие, да, урон мы с тобой особо сильно здесь получать не будем. Поэтому можно тут особо сейчас сильно в данный момент не напрягаться. Главное, чтобы игра еще не вылетала. Так, ну что, первую волну мы сейчас с тобой разнесем. А то будет очень обидно. Так, и что у нас? Все будет из одних креветов состоять? Нет, потом, конечно, после четвертой волны прибавится еще кто-то. Но вот кто это будет, уже большой вопрос. Хорошо, одного уничтожили. Это у нас кревет Дагур. Как ты видишь, уже начинаем потихоньку получать урон. Также понижаем ему защиту и, надеюсь, кривоклык его добьет. Переходим на третью волну. Опять то же самое. Единственное, что повышается, это их уровень. Давай сюда. Можно, в принципе, сделать вот так. И добивку. Ну что, кревет? Давай. На четвертой, по-моему, волне уже начинается, ребята, их становиться трое. Бомбанем и докусим. Все. Да, как я тебе говорил, на четвертой волне их уже становится трое. И все дагуры. Ну, все кревет, ребят. Вот такие вот пироги. Так, стоит? Ну, да, наверное, стоит. Ага, сейчас они втроем будут ходить. Ё-моё. Так, этот повысил себе атаку. Это очень плохо. Опять же, они все почему-то прыгают у меня. Так, что нам выгоднее сделать? Я знаю, что, ребят, нам выгоднее сделать. Просто здесь укус сделать. А вот сюда повесить слепоту. Пускай лучше он бомбит. Зашибись, да, ударил? Мы даже не почувствовали с тобой этот урон. Здоровский. Теперь они оба у нас... Не, давай мы так не будем делать. Вот так вот я сделаю. Добьешь? Да ладно, ты серьезно? Не смог добить его. Ну что, ребят, теперь придется офигеть в мазалках. Теперь нам придется лечиться. Ох, ёк-макарёк. Это предпоследняя волна, друзья. Так, аккуратненько, аккуратненько с тобой начинаем. Сюда удар. Просто сделаем укус. Также укусик. И сейчас они втроем будут тут клепать. Уклонение, это нам повезло, ребята. Это больно. И неприятно. Так, сюда сделаем. Залечим наши раны. Так, валить, конечно, нужно вот этого, потому что у него повышенная атака, и не хотелось бы попасть под раздачу от него. Потому что еще волна целая впереди. Вот мочит-то как, а ты посмотри. Раз, два. Так, залечим раны. И этого добьем. Ну что, остается последний у нас кревет, как ты видишь. Братец-акробатец. Нам нужно с ним быстренько разобраться. Я не буду, наверное, ничего тратить. Просто вот так его уничтожим. И последняя, заключительная волна, 6 из 6. И начинаем также. С этого, потом сюда, и потом сюда переходим. Ну что, погнали. Раз, два. Давай залечим раны. Так уж и быть. Барсик, а Барсик здесь? Ну ладно, пускай будет Барсик. Я думал, может быть, костолома поставить. Но что-то... Прикинул, наверное, не стоит. Так, они что-то у меня на кривоклыка переключились. Мне это совсем не нравится, если честно. Так, давай-ка вот сюда, наверное, будем бомбить уже, в конце концов. Сейчас что-то... Кто-то из них сделает массовую атаку, да? Смотри-ка, никто ничего не делает пока. Это хорошо. Но я боюсь, что вот этот вот орлик сейчас что-то сделает. А сделать он будет электрический разряд, скорее всего.
Не знаю, ребята, у него была возможность применить ульту, но он почему-то ее делать не стал. Значит, мы с тобой выигрываем. Отлично. Ну, крутанем колесо и будем надеяться, что нам выпадет... Опа, плод мудрости. Ну что ж, спасибо. Так, забираем с тобой эксклюзивный пак. Ареновский. Кстати, здесь у нас тоже будет пак. Шторморез, Громель, Кошмарный Пристеглов, Лаварык, Крылатый Ужас, Костолом Дикарь, Барс и Вепрь. Ребята, еще одну карточку, и мы его прокачаем. Ух ты! И Тройной Удар, Чемпион. Слушай, ну неплохо. И тут, кстати, 150 рун. А в конце ты видел, какой-то куб ледяной связан лежит. Так, кто у нас здесь? Я вижу Штормореза и я вижу Душителя. Я сразу тогда всю свою силу против друзья моих Душителя буду отправлять. Все, наверное, понимают почему. Потому что он, именно он, да-да-да, понижает нам защиту. И мне это совсем не нравится. А этот что у нас делает? Какая у него суператака? Я не помню, ребят. Но я думаю, что мы ее еще успеем посмотреть. Так, с этим, я думаю, разберемся так, без применения каких-либо суперударов. Ну что ты там думаешь? Что ты там думаешь? Так, друзья мои, он тоже, оказывается, понижает защиту. Прикинь? Вот это не есть гуд на самом деле. То есть они оба понижают. Вот такие вот пироги. Ладно. Ну, по моему опыту, друзья мои, все равно надо именно с Душителя начинать. Так, спокуха, дядя. Укусик. Добивка будет? Добивка будет. Переходим с тобой на третью волну. Здесь пока то же самое. На четвертой прибавится еще один дракон против нас. Давай, наверное, вот так вот я все-таки бомбану сюда. Как можно быстрее, мне нужно его расписать. Отлично, молодец, Кривоклык. А здесь, наверное, то же самое сделаем. Так, давай-ка мы его... Ать, не добили. Чуть-чуть буквально не хотел, но ничего страшного. Так, ну что, прибавляется кревет, я смотрю, здесь. Кревет. Блин, такая команда тоже. Кревет. Душитель. Сложно будет с ними драться, ребят. Ну ладно, надеемся, что не придется нам с тобой здесь особо сильно тратиться. Ай-яй-яй, ненавижу, когда он так делает. Просто ненавижу. Он делает удар и помимо этого еще, ребята, усиливает сам себя. Ну это топово, как по мне. А представляешь, он вот под этим усилением еще сделает электрический разряд, который он делает. Есть у него массовая атака. Называется электрический разряд. Вот тогда тут вообще, ребята, будет трэш полный. Поэтому как бы нежелательно этого допускать. Ну что, это у нас пятая, предпоследняя волна. Начинаем также, ребят. С Душителя. Только немножко по-другому сделаем. Я уже буду понижать защиту. А уже после... О, слава богу, промахнулся. А уже после мы будем с тобой копить на отхил. Ты смотри-ка, два промахнулось. Такое редко бывает. Чтобы промахнулось именно два. Так, стоп. Теперь хильнемся, да? Ай-яй-яй. Так, креветы я все-таки, наверное, буду уничтожать. Промахнулся опять. Круто. Мы сегодня, ребят, с вами играем на фарте. Просто фартово. Ну? Так, это нехорошо было. Ну что, давай разберемся с этим теперь. Понижаем атаку, ой, защиту. И добивка. Последняя, шестая волна, друзья мои. Ладно, погнали. Нужно ли нам с тобой? Наверное, нужно. Так, Душитель, не кривляйся, пожалуйста. Вот не люблю вот это вот. Сразу же начинается, ребят, с понижения брони. Этот, естественно, будет воспользоваться, да? Пошел Барсика бомбить.
Блин, а мы с тобой не сможем, да, сейчас хильнуться? А, раз, два, ладно. Ладно, я надеюсь, что мы все-таки успеем тут продержаться. Так, куда ты будешь бомбить? Блин. Че, придется барсик лечить? А что делать, ребят? Иначе кревет этот бы уничтожил. Допустим. Ударим сюда. Сделаем лечение. Я вообще-то рассчитывал, что этот отдуплится. Если честно. Так, промахнулся опять. Ну что, кревет? Как они мне штормореза быстро, а? Кромсают. Лечимся. Ну все, я думаю, что эту битву мы тоже с тобой выиграем. Сейчас добьем только его. Погнали, отлично. Великолепненько. Ну что, крутанем колесо. Заберем с тобой. Оу, рыба, да? Отлично, вот как раз то, что мне нужно. Именно рыбка. Так, здесь закрываем и забираем с тобой 150 рун. Так, подожди, а мы забираем еще с тобой пак, ко всему прочему. Ай, красота. Так, а что в этом паке лежит? Блин, он на почту полетел. Ладно, хорошо. Ну что, ребята, последний поединок у нас. Что же это такое за кубик? Это, наверное, просто, ребята, украшение какое-то. Это, скорее всего, когда ловили драконов, их замораживали вот в эти вот кубы. Это, наверное, вот один из таких кубов. Ну что, поехали. У нас с тобой одна груша, три прилива сил и 6 волн. Тут я не знаю, кто из этих креветов сильнее. По-моему, они оба одинаковые, оба противные. Ага, а это смотри, что делает. Понижает нам атаку. Может быть, начинать все-таки с него надо? Наверное, я с него начну. Понижать атаку — это не очень хорошо. Бомбанем. Так, добивка. А ты что делаешь? Ну-ка покажи свои способности. Пока ты промахнулся. Блин, он усиляет себя. Вот сиди теперь и думай, что лучше: получить понижение атаки или получить повышение атаки, но у врага. Третья волна. Так, тут уже немножко другой дагур. Погнали тогда с этого. Тем более повышенная атака. Козырно. Ну а ты что там будешь делать? Я тебя понял, парень. Так, давай вот так сделаем. Понижение. И добивку. Так, ребят, четвертая волна. Их уже трое. Такая же, ребята, с, такое же построение, как было в самой первой волной, да? То же самое. Когда мы с тобой начали только первый бой делать, те же самые драконы. Так, сейчас что-то будет. Оу. Блин, повышение атаки. А тут понижение, да? Плохо. Очень плохо. Нам нельзя с тобой потерять ни одного дракона. Ну, как он бомбит-то, а? Сильно. Кусается он больно очень. Так, давай еще залечимся, наверное. А, так он кусает сильно, потому что у него, ребята, повышенная атака. Вот в чем проблема. Так, барсик, ты уж извини, но придется тебя залечить. Иначе ты не доживешь у нас до следующей волны. Так, смотрим. Это предпоследнее. Начинается. Так, с кого начать-то лучше? Ну, наверное, с того, по кому идет повышенная атака, ребята, да? Лучше так это... лучше это все так делать. Ну и что-то там. И сразу повышение атаки. Твою налево. Он сразу, он только стреляет, ребят, все, у него сразу повышенная атака. Он достанет. Он просто достанет нас этим.
Сейчас будем его брать на крючок, раз такое дело пошло. Это терпимо. Так, ты что там будешь? Ага. Допустим, погнали. Раз, два. Так, лечим раны. А, так у них у обоих теперь повышенная атака. Ну, друзья мои, один плюс, что он один остался. У нас тут преимущество. Ну, эта волна не последняя еще. Стоит. Или мы сможем просто его вот так вот. Ну-ка. Отлично, не зря. Не стал я тратить шкалу свою, потому что она нам сейчас пригодится, скорее всего. Нам нужно будет залечить раны. Вот так вот. Эти два дракона, они при атаке повышают себе атаку. Блин, ты посмотри, а. И это сейчас тоже самое сделает. Нет, он только должен стрелять. На укусе это, ребят, не работает. На укусе это не работает. Так, добьем, наверное. Опачки, как бы это сейчас не было роковой, ребята, ошибкой. Как бы это не было. Так, а ты куда бомбить будешь? А, ты? Куда? Ты посмотри, что творит. Он заблокировал, да? Так, ребята, я знаете, что хочу сделать? Попытаться. Давай вот так вот. Я боюсь, они сейчас мне штормореза ушатают. Вот, вот этого я и боялся. Ну что же, теперь нам надо во что бы то ни стало здесь бомбить, еще раз бомбить. Все. Атака. Дальше. Слепо. Все. Все, победа за нами должна быть. Я надеюсь, игра не вылетит. Он слепой, он теперь ничего не сделает, а мы его будем сейчас пинать. Тем более, это последняя волна. И последний ударчик. Давай. Есть. Вот, друзья мои. Выживание прошли. И это очень круто. Ну что ж, крутанем колесо. Заберем с тобой древесину. 175 миллионов. И последнюю награду. Что же это такое? Что это за кубик такой, а? Ну, это украшение, скорее всего, ребят. Так, на почту. Окей. Давай-ка мы с тобой заберем здесь награды. Раз. Два. Так, и события. Сколько? Аж 200. Чего себе. Две награды получаем, прикинь. Так, зубочистки. Одина. Ну и светлый янтарь, блестящий. Попробую, ребята, покопить, но мне кажется, это бесполезно. Так, ну что, идем сюда. Давай глянем, что нам тут. Редкий набор. Ох, 1000 рун, ребята. 1000 сразу же, это круто. Плюс железо и... Ё-моё, друзья мои. Напишите, это только мне фартануло так? Или всем выдавали фейерверк премиум? Слушай, ну это круто. Это, друзья мои, круто. Это премиальный дракон. Он дорогого стоит. Уж извините меня. Но я очень доволен. Просто круто. Обалдеть. Покормим. Так, пускай летит. А, мне же нужно рыбу-то. Подожди, рыбу-то не тратим. Где у нас? Куда мы его спрятали? Вот он. Давай, родной. 115. Да, конечно, какие вопросы-то. Так, друзья мои, он получит 98 уровень. Подожди, кто? Подожди. Все. Он получит 98 уровень. Потом мы ему 2 левела прокачиваем и соточка. Фу, а после соточки мы с тобой что делаем? Конечно же, восстанавливаем кузницу. Мы из-за этой кузницы с тобой ничего не можем сделать. Мы с тобой восстановим кузницу.
великую, да, вот эту вот. И не знаю, что там дальше будет. По-моему, мы с тобой сможем улучшать дома. А если мы с тобой сможем улучшать дома, соответственно, у нас с тобой будет прирост по викингам. А если будет прирост по викингам, то, соответственно, у нас будут новые постройки. Мы с тобой сможем открывать новые территории. И что еще? Ну и улучшать, конечно же, нашу лохань, нашу дровницу, ну и все тому подобное. Так, надо же, малыш, что у нас прокачался. Пускай идет дальше, тренируется. Так, тут опять что-то мы с тобой... Опачки. Так, еще получаем, да, награду. Следующая награда у нас 500 зубочисток. Итого уже 2400, да? Отлично. Так, что, мы с тобой прошли события. А в ближайшие, как ты видишь, дни у нас ничего не намечается. Новый сезон, статуя. Морозная. Это где такая морозная статуя? Не знаю, друзья. Так, ну что, пойдем, наверное, сходим с тобой быстренько за паком Одина. Да? То есть, пак Одина, пак вождя, какой Один, о чем это я заигрался? Давай мы с тобой получим, вдруг там нам кто-нибудь выпадет. Ну и все-таки нужно нам набить два этих, два пака. У нас две ячейки с тобой свободные. Так что... Такс. Шипохвост, вот кто это, шипохвост или это у нас этот? Роза ветров. Жалко, что здесь пониженная атака по ним идет. Ну ты еще сейчас, ну естественно, ну кто бы сомневался. И этот еще подходи. Слава богу, не сюда он бьет. На тебе. Добью тебя все-таки. Куда нам бить? Давай сюда. Все равно поэтому идет пониженная атака. Что он будет делать? А это сейчас фаерболами будет бомбить. Даже, скорее всего, огнем. Да, ребята, огнем. Вот так вот, понял? Тотальное истребление. Блин, а у Барсика еще и пониженная атака была. Видишь, что творит? Видишь, что творит вот этот вот супостат? Сейчас я этого шлепну. Ну что, теперь этим надо... Ох, опять сейчас фаербол. Ну не фаербол, а вообще жарит. Выжили мы. Вот так, мы залечим раны с тобой. Тогда все, ему крышка. Да-да, ребята, ему крантарики. Здесь он уже ничего не сделает. Пробивной. Ну вот как-то так. У нас очередной поединок. И здесь, как мы видим с тобой, у нас громорог. Громобой. И Громель. И все на Г. Какое-то совпадение. Не думаю. Так, что ты... Ага, сюда бомбишь, да? Не надо свой ультра... Все, нормально. Подожди, а что такая инициатива? Вот у вас офиг... Хорош. Так, давай-ка мы, наверное, залечим раны. Нифига они начали как шустро. Ты посмотри, а? Мне практически вообще не дают шанса на атаку. А вот это вот плохо. Сейчас это сделает свою суператаку массовую. Да? Точно. Он не упустит такого шанса, ребят. Это плохо для нас. Слава богу, выжили, конечно. Но, как видишь, с блокировкой. С блокировкой наших способностей. Да. Громль бомбанет сейчас по шторморезу. Чего он еще сделал себе? Ну, это ты, парень, зря. Ты на это не рассчитывай. Все. Он наш. Полностью. С потрошками, друзья. Просто с потрошками. Потому что... Ничего он сделать не сможет. Буквально два хода. А двух ходов нам за глаза, чтобы его расписать по стенке. И мы это сделаем. Ну вот и очередной бой. Опять же у нас тут Кривоклык, я смотрю, Громорог и Пристиголовый. Я, наверное, как всегда, по стандарту буду начинать с Громорога. Именно с него. Потому что у него лютый баф. Баф этот вешается на всех. Который дает повышение атаки и повышение защиты. Нам это нужно? Конечно же нет. Ох ты мелкий паршивчик. Ты посмотри, что делает, а? Так, ну да, нужно браться за этого парня. Сразу понижаем ему броню, чтобы там не хихикал в закромах.
Ай, наверное, сейчас, сейчас еще пламенем, да? Ну, почему-то я так и думал. Ладно, с этим покончили. Но этот хлопчик ничего не сделает нам. Почему? А потому что вот так вот, ребята. И все. Этот кузнечик наш. Хорошо, что он такое не может делать. Хотя ты помнишь, в какой-то серии мы с тобой воевали против малыша дневной и ночной фурии, и на нас вешали как раз вот эту слепоту. Мне нужно было делать ход, я не мог его пропустить и бомбил тем самым своих же драконов. Ну, а тут победили. Ну, вот и пак вождя у нас с тобой собрат, и мы нашли с тобой два обычных пака. Ну-ка, шторморез, шипорез, злобный змеевик, вострозуб и кривоклык. Отлично, я считаю, что неплохо. И заберем еще с тобой здесь награды. Но больше всего меня, конечно, ребят, порадовало то, что мы получили сегодня премиального дракона просто из пака. Вот это вообще было шикарно. Так, что у нас тут? Новый день начался, да, ребята? Тусклый янтарь, да? 12 часов на часах. Так, ну что, мне остается, наверное, отправить... Подожди-ка секундочку. А, новое изваяние, точно, мы же его не забрали. Ух ты, такой классный куб. И, кстати, если я не ошибаюсь, ребята, там у нас... Там у нас сидит кревет. Точно, друзья мои, в этом кубе замороженный кревет. Прикинь, находится. Правильно, так ему и надо. А то ходит тут буянит. В общем, скорее всего, завтра... А, не получится. Мы... Или получится. Наверное, мы прокачаем с тобой нашему крылатому ужасу уровень. И после этого он потребует отправить его на прокачку. Я попробую днем это сделать. Чтобы к вечеру у нас уже была... Было, сколько там, 10 драконов или 12 драконов 100 уровня. Но потом, мне кажется, Великая Кузня будет строиться там, наверное, недели две прокачиваться. Но это уже другой вопрос, да? Нам главное прокачаться. Так, ребят, а на этом, пожалуй-ка, можно и закругляться. Сейчас я только этого отправлю, паренька. Отправлю я его на поиски графа. Да, я вот хочу, чтобы он искал мне графа. 140 стоит? Я думаю, стоит. Блин, прикинь бы уникалку бы он нашел мне. Вот было бы прикольно. Так, секундочку, у меня... Ага, принес все-таки 4 штучки. Давай, иди дальше. Ищи. Железа никогда много не бывает. Так, здесь еще можно получить. Как-то так, ребят. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!